Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы играем в интернет-кафе Симулятор 2. Я уже запустил ее и, типа, посмотрел, что это за игра. Panda Cafe Sim напишу. Начну. И эта игра, подобие по всему, вот просто смесь, знаешь, Trader Life симулятора и заправки, Gas Station Simulator. Здесь у нас с тобой обучение, здесь у нас с тобой огромная чувствительность мышки, которую нужно вот так вот похерить немножко. Ага, вот до сюда вот. И мы с тобой идем просто-напросто в наружу. Наружу мы выходим, у нас сверху слева с тобой задание, которое я хочу заметить, тебе освободил, чтобы ты мог читать, что... Типа, поднимитесь на лифте. На самом деле, поднимитесь на лифте, здесь не особо правильное выражение. Здесь перевод вообще кривой косой, но он есть. Хотя бы нам с тобой не нужно придумывать. Но он здесь порой настолько кривой, что невозможно даже понять, что он хочет. И я 20 минут сидел просто по ним, пытался понять, что такое за мазор. А потом нашел. Мы сейчас с тобой увидим. Мы сейчас с тобой найдем, точнее, и покажу я тебе... Что именно я пытался понять, я не заметил, я настолько невнимательный, что не заметил, где находится эта кнопка, и просто-напросто накосоебил, немножечко накосоебил. Возможно, этот заход будет простым, легким, и вот к нищему подойдем. Я знаю все, что происходит в этом городе, чувак, вы владелец нового интернет-кафе, а не разбили человека, который работал в кафе до тебя. Мужик, если он со мной ладил... Если бы он со мной ладил, этого бы с ним не случилось. Если ты хочешь построить в этом городе буровую установку для майнинга биткоинов, ты должен сначала заплатить мне лицензионные деньги, сынок. Мы ему с тобой оплачиваем, потому что нужно. Идем с тобой в наше с тобой в интернет-кафе. Оно находится вот здесь. И начинаем убирать. Электричество отключено. Мы включаем электричество, берем швабру. Я, в принципе, больше, кроме вот этого, ничего не сделал. Я, правда, нашел магазин, в котором продают компьютеры, но нос заложил опять. Если я буду гундосить, я не виноват, потому что нос закладывает, я каплями не хочу пользоваться. От них только хуже становится, то есть я капнул, вот вчера я капнул, и только хуже стало, потому что теперь у меня нос без них не дышит. Я теперь пытаюсь отучиться. Вот. Здесь не очень удобно использовать швабру, то есть она прям работает не особо правильно с моей точки зрения. Здесь очень громко мяукают кошки, хочу заметить, они мяукают прям в ухо. И если я не сказал, у нас с тобой серия сейчас будет минут 20-25, я думаю, потому что что-то как-то я записывал, да не вы записывал. И получается, что я времени ого-го потратил и ни хрена не сделал. Так вот. Это у нас с тобой компьютер. Мы за него садимся. Мы его включаем. И мы к нему поближе пододвигаемся. Ой, что-то... Не дышит нос совсем вообще. Просто. Мы должны с тобой купить компьютерный корпус, монитор и клавиатуру и мышь. У нас здесь есть интернет. Я, короче, не заметил. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что здесь все запускается в окошке, а здесь можно раздвинуть на все окно, и вот здесь вот есть замазор. Кто ж мог подумать, что здесь он есть? Я, короче, его искал, везде бегал. Замазор. Открываем с тобой сайт. У меня есть $1900. На эти деньги мы с тобой можем купить... Че? Правильно. Можем купить что-то. Вот можно купить... Нам с тобой что нужно? Корпус. Корпус. Это не то. Desk. Это столы. VR-контроллеры, это все не то. Кейсы компьютерные. Давай купим простой компьютерный кейс, чтобы было не позорно, но и красиво. Ну, типа просто стандартненькое что-то. Вот это положу. Монитор, вот он. Монитор куплю обычный LCD. Вот такой. Клавиатуру и мышь. А где клавиатура? Клавиатура где? Клавиатура вот она. Вот она клавиатура. Вот такую. И мышу. Мыша обязательно нужна, потому что, ну блин, как без нее-то. Но хочу заметить, что я это покупал только в другом магазине. И мне это не засчитали. Куплю вот эту. Она совсем малость дороже, но
у нее две звезды. Оплата 1073. Купил. Дождись доставки товаров. А, то есть здесь доставка товаров еще есть. Так, как выйти-то отсюда? Наверное, вот так. Пока поставлю стол. Стол я поставлю вот сюда. Ага, вот как-нибудь вот поровнее поставить его, чтобы прям непозорно выглядело. Вот, наверное, вот сюда, вот, вот так. А, и шваб... Да швабру-то возьми. Поставлю швабру вот сюда. Да ёпть, ты чё, дурак? Поставь её вот сюда, говорю. Поставь стул. Не знаю, насколько ровно он сейчас будет стоять, но хрен бы с этим стулом, потому что на нем сидят все-таки, жопы елозят, поэтому ничего страшного. Серьезно? А мне собаку зачем доставили? Здорово, полицейский, а ты что здесь? Что происходит? Что за ужасы? Здесь, короче, игра, знаешь, она такая странная вообще. Она выглядит симпатично вполне, играбельная тоже вполне, багов много очень, но... Что такое? 5 секунд. Я, короче, сам себе противоречу. Я взял и капнул в нос себе, потому что невыносимо. Я хочу разговаривать и дышать, а у меня не получается. Как-нибудь потом брошу эти капельки. Так, монитор поставил. Клавиатуру. Красивая какая, слушай. Как у меня почти. Так, клавиатурку положу вот так. И мышу рядом. Извини, если я буду хрюкать немножко иногда, потому что у меня нос не дышит. Ну, сейчас он начнет дышать, и я начну хрюкать. Так, все, пошло-поехало. Открой кафе. Вы можете это сделать с основного компьютера. А как это? Ага, Загружайся. Этот компьютер загружается очень медленно. Он типа, ну как бы не то, что прям медленно, но... Время и столько проходит. Еще электричество здесь постоянно выключают. И получается, что он постоянно почти выключается. Так, мы с тобой должны закрыть вот это вот. А, кафе. И, наверное, где-то... Где здесь включать? А, вот. Цена нормальная написана. Типа можно сделать дешево. Здесь особо не проиграешь. Просто людей, наверное, больше будет приходить. Пока еще не разобрался. Кафешка открыта. Это здорово. Здорово, нищий. А ты что здесь ходишь? Здорово. Девушка, здравствуйте. Пройдите к компьютеру, давайте мы с тобой одобримся. Утвердить. Вы выполнили обучающие миссии, теперь вы можете свободно играть в игру. При желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу, игра сохраняется, когда вы спите. Хорошо. Утвердить. Продлеваем время девушки нашей. Ну, не наша, а в смысле, вот, которая к нам пришла. И она нам сейчас даст денежек. Они здесь все смотрят вот такие вот неприличные сцены, но как бы они все замазаны. Точнее, не то, что замазаны, вообще ничего не видно. Какие-то нарисованные девки прыгают. Еще здесь ходят по городу какие-то невнятные персонажи. И происходит всякая дичь, в общем. Так, принесла мне денежку. Здравствуйте. Дала мне 51 доллар, а оценила очень хорошо мой магазин, кафешку, но отзыв не поставила. Видишь, типа, моя задница замерзла, блядь, у дела. Давай откроем с тобой магазинчик, интернет, приблизимся и посмотрим, что здесь есть. Украшайте стены, прочные деревянные металлические столы, настенные телевизоры, контроллеры VR. Они мне с тобой не нужны. Мониторы, окружение, механические клавиатуры, стулья. Чё-то здесь так много всего, но... А можно здесь не система охлаждения, а типа обогреватели поставить, там люди замерзают. Крипто-апс. Apps. Платформа, на которой можно покупать игры. Вот это тоже скачать нужно. Кто-то пришел. А, понял. Нужно свернуть вот это приложение. Ну, свернись.
и утвердить на 2 часа женщине времечко. Steam скачали, вирусы скачали. И, наверное, можно... Что еще скачать? Да, вот это скачаем. И вот это скачаем тоже. Все скачаем, хрен ли нет. А теперь назад из приложений. Они скачиваются все это время или нет? Да, смотри-ка, скачиваются. Но мы все равно выйдем. Пусть они скачиваются, пусть времечко идет. Смотри-ка. Теперь они могут смотреть всякие разные вещи на Ютубе. И, то есть, не только девочек голых, а еще и что-то внятное. И полезное, скорее всего, для них. То есть, отзывы, возможно, сейчас... Что-то показываешь монитору моему. Девушка, давай деньги. Деньги давай. $60? Да понятно, все с тобой. А, швабра. Отмываем следы. Отмываем следы, убираем банки. Стаканы пустые тоже убираем. И в целом все красиво. Все здорово, все, все рады. Все довольны. В моем кафе чисто. Скачана программа для того, чтобы наниматься. Работу искать, короче. Варсру сейчас тоже скачается. Вирусов тоже не будет. Короче, сейчас Warcry этот, Warcraft этот скачивается. И будем сейчас искать, что же можно прикупить, чтобы люди ко мне приходили в большем количестве. Выходим. Назад. Что забил? А, счета. Счетов у меня нет пока что. Это что? Кавай. А, это игры. Игры на деньги, хочу заметить. Тут, типа, как его называют? Казино. Скинкейсы. Вещи. Крипта. И Замазор. В Замазоре можно, конечно, купить аркадные машины, но они очень дорогие. Да вот эту купим. Хотя да, давай его купим. Добавить в корзину и все. Пускай как хотят, так и живут. Я просто буду... Ой. Я просто буду что делать? Просто буду покупать все, что может принести деньги, и все. И радоваться жизни. Что здесь можно купить-то? Вот это купим с тобой. Блять, здорово как. Свет отключили. Почему у меня рубильник-то вырубается? Ну что ж такое-то? Опять вот, видишь, сейчас придется запускать компьютер, ждать, когда он загрузится. А мне это надо? Мне это не надо. Сколько времени у нас с тобой? У нас сейчас... Ага. 15 минут. Начать сканирование. 15 минут, мы с тобой еще 10 минуток играем, смотрим, что тут к чему и почему, и прощаемся, потому что 20 вирусов обнаружил, ни хрена себе. Откуда столько, блин, я их даже не трогал, компьютер это, туда даже ничего не установлено, мне кажется, он просто лишка что-то находит. О, кошак пришел, у меня даже пельменей нет, угостить его. Обидно, досадно, но ладно. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Доставочка пришла. Слышишь звук? Да, доставочка такая. Приходит. Принесла мне. Что она принесла-то? А, вирусы удаляются. Ладно, хрен с тобой. Удаляйся. Принесла мне товар какой-то. Товар какой-то это у нас с тобой... Аркадная машина. Ёб твою мать, какая она грязная-то. Ну, давай ее засандалим вот куда-нибудь вот сюда. Почему нет? Не, да, вот сюда вот. Ой. Ну, типа, вот здесь вот, наверное, есть самое место. Не знаю, насколько, конечно, самое место, но... Вот. Так. Угу. А может ее как-нибудь... Типа помыть-то. Че она такая грязнющая? Можно ее вот? Она ж ужасная. Че она такая грязнющая?
Неужели это все дешевые товары так выглядят? Так, ко мне пришел. Прикольно. Так, использовать компьютер. Можно как-нибудь вот так вот сделать? И пустить человека пользоваться компьютером. Есть заражение вирусом. Теперь уже нет почти. Почти все удалились. Почти все вирусы удалились. Смотри, 77%. Там вирусов нашлось миллион почти. 213 долларов на моем счете. И это здорово, это здорово. Люди приходят ко мне, пользуются компьютером, всякими этими гаджетами. И, кстати, есть тут те, которые... Что там делаешь-то? Есть те, которые уходят, не заплатив. Их можно бить ногами, битыми и чем только хочешь. И они потом дают деньги. Да, ну типа как бы выбора-то особо нет, их избили уже. А можешь как-то... Блин, да не надо так делать, нужно... Я хотел просто... Просто взять и убрать. Давай, давай денежку. 60 долларов. Отличный отзыв оставил. Не то чтобы отличный, наверное, он опять сказал, типа, у меня жопа замерзла или что-то еще, но... Я иду домой пописать. Блять, туалета нет. Я ж не виноват, что тебе хочется поссать. Зачем ты ко мне пришел, хотел в туалет? Игра про Шрека. Что-то ужасы какие-то, по-моему. Сотрудники. Защитить наш магазин. Не, мне защищать магазин не надо. Мне нужно этот купить. Как его называют там? Сигнализацию бы. Сигнализацию мне купить бы. Где тут? Майкафе. Майкафе, поближе пододвинусь. И предметы с... Где она здесь? Сигнализация. Опять денег нет. Это обидно. Ну чё? Платить будешь или... Или чё? Или не будешь? Мужик. Вот так вот тебе. Деньги мне не хотят давать. Понимаешь? Деньги не хотят давать. Все. Да что такое-то? Гони деньжонку. 60 долларов. Мне кажется, что стоит поднимать тариф. Потому что... Все-таки компьютер. Техника. Высокие технологии. По-моему, ты грабитель, нет? Не, не грабитель, деньги положил. Выглядел он не очень. Это прекрасное место, чтобы познакомиться с жизнью эскимосов. Им холодно здесь. А как я должен их погреть? Скажите мне, пожалуйста. Еда здесь заблокирована, здесь что еще-то есть? Майкафе, майкафе, майкафе. Сейчас компьютер разблокировать придется, да, утвердил. Заказы, компьютеры, предметы, раскраска. Так, давай вот это свернем, а вот это вот развернем, предметы. А, это оплата картой. Круто, конечно. Тележка, автоматическая раздвижная дверь. Может быть, потому что у меня типа сквозняк? Может быть, нужно на дверь накопить? Как вариант, давай подумаем. Давай подкопим. Слышь, товарищ? А я вижу. Оплатил комиссию, смотри, как все просто решается в этом мире. Просто берешь биту и оплачиваешь комиссию. Точнее, не оплачиваешь комиссию, а просишь комиссию. Так вежливо. Ни на что особо не намекая. Ну, типа, человек, ну ты не поступил не очень хорошо, и типа, дай мне денежку. По-хорошему или будет по-плоху. Ебать рот. Ты что делаешь-то? В смысле? Что за дела-то? Это, видать, из-за того, что я человека избил. А на горящем можно пользоваться компьютером, да? На сгоревшем компьютере можно играть? Мне кажется, что нет. Безграничный? Она безграничный доступ взяла себе?
Она же мне наверняка тоже деньги не вернет. Я знаю, таких уже были. Они, кстати, часто так делают. Ну, типа, когда я первый раз запустил эту игру, а двое ушло без оплаты, один вообще монитор смандошил. Представляешь, монитор своровал. В момент, когда другой пользовался компьютером. О, в игрульке играет. Гляди. Круто. Я тоже тебе помогу, смотри. Так вот, сколько денег-то? Маловато. Маловато. А можно я просто разбой устроить? Типа, берешь и воруешь деньги. Блять. Чуть не помер. Чего? Чуть не помер, только что слезы потекли. Подавился просто воздухом. Ничем подавился. Ужас. Ой, а тут что? Тут ничего. Ух. Кошка бегает. Другая сдохла. А ты что ходишь, я не пойму. Я тебе, блядь, просто так деньги заплатил. Как-то от тебя легче никому не стало. Я сотку отдал тебе, ничего не... Она с читами играет. Смотри, руки за голову, а все равно все происходит. А, так вот. Денег у меня сколько? 471. Чего? $471. На компьютерах есть вирусы. Опять вирусы? Какие вирусы-то могут быть? Я только что удалял. Вот так, наверное, будет гораздо проще. Ну, типа, блин. Опа. Я вижу человека, который уходит, а от меня опять деньги не заплатит. Смотри. Я же говорю. Деньги давай. $117. Только что ушли просто $117 из моего клуба. Она на мус... Она намусорила, поигралась и ушла, не заплатив. $117, ты прикинь, 7000 рублей просто за пару часов в компьютерном клубе. Это ж капец как много, 7000 рублей. 7000 рублей, такие огромные деньжищи. Никто таких не зарабатывает. А я просто сижу и, типа, в компьютерном клубе... Опа, здравствуйте, ковбой. До свидания, ковбой. Сейчас мы вам продлим. Компухтер. Ну-ка. Где здесь? Куда тут нажимать-то? Закройся. Ага. Утвердить. Что у нас здесь есть? Правильно. Ничего у нас здесь нет, и время заканчивается. У нас с тобой записи. Купим давай с тобой что-нибудь такое. Что-нибудь такое полезное. Майкафе. На $643 что можно сделать? Не знаешь? Я тоже не знаю. Можно купить, конечно, охранную сигнализацию, но она, типа, не прям уж важная. Нужно на двери накопить. Нужно накопить на двери, или же можно купить еще одну... Что такое? Можно купить еще один игровой автомат. $31. Хорошо. Так вот. Давай с тобой прощаться на этом, потому что, ну, типа... Мы записываем с тобой сколько? Правильно, 25 минут. По обещаниям, была в планах 25 минут серия. И ты пиши в комментариях обязательно, понравилось тебе это или не понравилось. И если вас будет достаточно много, кому понравится эта игра... Ой, что такое, чуть я обосрался, что ли? Если вас будет много таких, кому понравилась эта игра, то мы с вами... Возьмем и продолжим проходить. Если нет, то ничего страшного, как бы будем дальше играться. Нет видеокарты. Ничего страшного, видеокарта будет, когда у вас будет много. Так вот. Я с вами прощаюсь. Я сейчас закрываю кафешку. Наверное, да, лучше закрыть кафешку. Да не надо вот так делать, надо вот так сделать. Закрыто. Закрыто, говорю.
Деньги не хочешь мне отдать? Спасибо. Кафешка закрывается? Да возьми. Как у тебя женский голос, мне кажется, странно это. Закрываю гаражную дверь. А, свет еще надо выключить, а то сгорится еще мало ли что. И иду домой, на кровать, потому что на кровати сохраняются игры. И еще раз говорю, что мы с вами прощаемся. Сейчас дойдем до кровати и закончим. Ну-ка, поехали. Игрушка, в принципе, такая, знаешь, играбельная, но прям чтобы в нее играть и чтобы она прям нравилась, не знаю. Поедем, нет, сегодня? Поехали. А чтобы она прям сильно затягивала и она нравилась, не знаю. Тут, мне кажется, игры часов на 5. Максимум часов на 5. Дальше ты просто все скупишь, и она тебе надоест. Так вот. Дошли с тобой до кровати. Спать ложимся. Спасибо большое всем за просмотр. Ставьте обязательно комментарии, пишите лайки. И мы с вами увидимся в других игрушках, в других видосах и на стримах. Обязательно стримы когда-то начнутся у нас с тобой. И всем пока.